На конкурс дети читают стихи. Попова Даша, 6 лет. Это стихотворение написала Мария Серенко. Стихотворение называется «Люблю тебя, мама». Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. Наверное, за то, что дышу и мечтаю. И радую солнцу и светлому дню. За это тебя я, родная, люблю. За небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Ни усталости не зная, ни покоя. Каждый час, день и ночь, родная мама все тревожится о нас. Нас баюкала, кормила, у кроватки пела нам. Первый нас она учила добрым, радостным словам. Сколько ночек не спалось ей, если вдруг болеем мы. Сколько плакать довелось в комнатушке среди тьмы. Как кручинится, как дама, опечаленный подчас. Сколько радости у мамы, если кто-то хвалит нас. Сколько мук ей было с нами, и наград не надо ей. Об одном мечтают мамы, о любви своих детей. Я выбрала это стихотворение, потому что оно о самом близком моем человеке, о маме. В этом стихотворении добрых и нежных слов о маме. Но это и правда, что мама мой самый лучший друг. Она всегда рядом, но иногда я ее огорчаю. Я постараюсь ее больше не огорчать, потому что я ее очень сильно люблю.